Прохладным ветром повеяло уже в четверг, 30 июля. К последнему июльскому дню ожидается прохлада чуть выше 20 градусов. Ночью столбик термометра поднимется не выше 10. Возможны осадки в виде ливней. В некоторых районах ожидаются грозы. И по предварительному прогнозу, только с наступлением следующей недели инициатива перейдет к антициклону, благодаря чему погода наладится, а температурный фон повысится. По предварительному прогнозу, с наступлением следующей недели инициатива в атмосфере перейдет к антициклону, благодаря чему погода наладится, а температурный фон повысится.